Объем внешней торговли Красноярского края превысил 4 миллиарда долларов. Несмотря на негативные прогнозы, связанные с финансовым кризисом, число сделок с зарубежными предприятиями растет. Причем на иностранный рынок активно выходят не только гиганты краевой экономики, но и представители среднего бизнеса. Об этом сегодня говорили на втором ежегодном форуме Красноярского Сбербанка, который целиком посвящен внешней торговле. Подробнее расскажет Виталий Поляков. Сегодня открылся второй ежегодный форум Сбербанка, который полностью посвящен внешней торговле. Объем экспортно-импортных сделок Красноярского края превышает 4 миллиарда долларов. Это рекордная отметка. Эксперты Сбербанка считают, что в этом и следующем году объем будет расти. Сейчас рынок внешней торговли один из самых привлекательных для банков. Объем сделок с зарубежными партнерами растет, при этом предприятия активнее пользуются услугами кредитных организаций. Лидер здесь Сбербанк. Портфель торгового финансирования превышает 150 миллионов долларов. Это в 4 раза больше, чем было в прошлом году. Эксперты банка отмечают, сейчас помимо традиционных участников рынка, за поддержкой все чаще обращаются малые и средние компании. В четвертом квартале у нас уже в работе сделок ориентировочно там еще более чем на 90 миллионов. Ну и, конечно же, в 2013 году мы перед собой ставим еще достаточно более амбициозные цели – достичь портфеля Восточно-Сибирского банка по торговому финансированию до 300 миллионов долларов. Форум по внешней торговле Сбербанк проводит уже во второй раз. В прошлом году на этой же площадке финансовый институт договорился об обеспечении сделки по строительству космического спутника в Железногорске для Израиля. Контракт был успешно выполнен. Сейчас на предприятии информационные спутниковые системы готовят контракты с Азербайджаном и Индонезией. Без поддержки Сбера, скорее всего, тоже не обойдется. Заказчик платит нам в течение нескольких лет после завершения контракта, а мы, например, при помощи банка денежные средства получаем по этому контракту сразу же. Дальше заказчику просто в стоимость его расходов закладывается обслуживание вот этого контракта, посчитано сразу. С иностранцами в крае работают не только нефтяники и другие сырьевики, предприятия оборонки, машиностроения, торговли, строительства и других отраслей. Банк сопровождает различные сделки, будь то покупка партий телефонов или сложных промышленных станков. В целом, в первом квартале 2012-го внешнеторговый оборот Красноярского края вырос на 20%. Сейчас он превышает 4 миллиарда долларов США. Причем мы больше экспортируем, чем покупаем за границей. В основном за рубеж, в Европу и Азию идут металлы, нефтепродукты, лес и электроприборы. Среди партнеров края более 80 стран мира. Эксперты уверены, что результатом этого форума станет заключение сделок на общую сумму, превышающую несколько десятков миллионов долларов. Если у вас есть свои новости, звоните лично мне, мой телефон 292-91-27. Или пишите на наш сайт afontovo.ru. Виталий Поляков, Михаил Масленников, Афонтово новости.